Всем привет, это канал Fight Поиск. Друзья, в общем, у меня такая не очень хорошая новость. Я травмировался после последнего нашего выпуска, где вот я показывал накачку для бойца. Вот дело было, в общем, следующим образом. Там начну, наверное, вообще с самого начала, там лет 7 назад. Я травмировал себе пресс, что-то там разорвал, делал негативные подтягивания с весом. Ну, это когда ты подтягиваешь, к тебе подвешен груз, и ты, ну, медленно разгибаешь руки. Ты с верхней позиции идешь вниз. Вот, и у меня, то есть, там что-то там порвалось. Вот, врачи, кстати, не обнаружили причину этого. То есть там мне делали разные анализы, но так и не поняли вообще, что это. Вот, но потом я как-то просто свыкся с этим, там не поднимал там большие веса, там особенно над головой. Вот, и чтобы не было рецидива, да, этой травмы. Вот, и там вот сейчас там, похоже, ну, рецидив случился. То есть, каким образом? То есть, ну... Во-первых, моя ошибка была в том, что не надо было 3 тренировки показывать, ну, вот за один раз. То есть там, ну, получается, если там одна тренировка длится час, то я занимался где-то 1.5 часа и показал все 3 тренировки. Там даже несмотря на то, что там по одному раунду, да, то есть и... ну, наверное, это чуть-чуть, да, меня вывело из строя. То есть потом я еще там 2 дня отдыхал, то есть, ну, там в этот день мне так было, конечно, тело... ну, тело было в небольшой такой прострации после этого, да. Но я там 2 дня отдохнул, там не один, как обычно, да. И потом сделал 3-й день. То есть там вот где на кольцах вот тоже делаешь эти все уголки, там подтягивания негативные в том числе. Вот, и сделал причем 4 круга. То есть там раньше я делал 3, а тут смог 4. То есть и на следующий день после этого почувствовал, что у меня, ну, небольшое такое расслоение в животе. То есть, ну, такое раньше бывало. В принципе, там недели за 2 там такая ерунда у меня обычно сживает. Вот. Потом, там, в этот же день на работе, там, я устанавливал бутылку в кулер, там, 25 литров, 25-литровую бутылку. Вот. Ну, ее так, как бы, просто... Ну, долго держал, и потом еще так, ну, правой рукой, то есть, ну, ее закинул, вот, и, то есть, почувствовал такую, ну, эту рану чуть-чуть, да, вот. И, ну, потом, после этого, там, я почувствовал, что, ну, в животе что-то не так, то есть, ну, вот, я что-то сделал не то, вот, то есть, ну, по сути, получил какую-то травму. Сначала неделю там восстанавливался, ну, не восстановился, потом тренировался снова, там, понял, что нужно еще восстановление, там, еще 2-3 недели, потом восстанавливался. Вот, но вот сейчас вот снова начал тренироваться, понимая, что до конца не восстановилось. То есть, ну, грыжа, ну, наверное, не грыжа, потому что, ну, нигде нету этих всех выпуклостей, вот. То есть, но, тем не менее, то есть, там... До Нового года я собираюсь там восстанавливаться, вообще ничего не делать, не тренироваться. Вот, так что давайте до встречи в Новом году. Вот, ну, мы все равно, конечно, будем продолжать, я восстановлюсь. Вот, все будет хорошо, будем радовать вас новыми выпусками на канале Fight Поиск. Вот, всем пока, всем удачи, до встречи, пока.